В округе с 17 по 23 апреля проходит профилактическая акция «Встречная полоса». Инспекторы ДПС пресекают нарушения правил дорожного движения водителями, совершающих опасный обгон там, где это запрещено знаками и разметкой. Как проходят рейды, расскажут мои коллеги. Эта дорога соединяет Люберецкий и Раменский городские округа. По одной полосе движения в каждую сторону. По словам госавтоинспекторов, это один из наиболее аварийно опасных участков на дороге. На данном участке произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, выезжающих на полосу встречного движения. Надзор за безопасностью дорожного движения инспекторы осуществляют на машине без специальных опознавательных знаков. При скрытом патрулировании можно выявить ряд классических нарушений. Превышение скорости, непропуск пешехода, выезд на встречную полосу. Правонарушение инспектора фиксируют с помощью видеокамеры. Затем передают информацию ближайшему экипажу ДПС. 31.11, встречая «Лада Гранта», госномер. Уже через несколько сотен метров автомобиль останавливают. Инспектор ДПС, лейтенант полиции Родин Игорь Владимирович. Были остановлены за нарушение правил дорожного движения, нарушили пункт правил 1.3 ПДД РФ. Вы совершили выезд по полосу встречного движения при запрещающей линии разметки. Линия разметки 1.1. Нарушители просят предъявить водительское удостоверение и приглашают в патрульную машину. Инспектор заполняет документы, рисует схему обгона. Водитель свою вину признает. Спешил. Сильно спешил. И какой вывод в итоге сделаете теперь? Не надо нарушать. В отношении водителя составляют протокол об административном правонарушении. За нарушение правил обгона предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения сроком до полугода. За повторное совершение административного правонарушения по части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год. С начала года сотрудниками госавтоинспекции в округе выявлено 92 нарушения правил дорожного движения по причине выезда на встречную полосу. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.